Здравствуйте, подписчики и зрители. Как вы уже, наверное, знаете, что вчера вышла на бета-тесте четвертая фаза. И в ней добавили новую карту. Это Амурская область. А также добавили новый режим, называется он Hard Mode. Для того, чтобы воспользоваться, нужно начать сложный режим, в котором у нас будет все очень сложно. Приготовьтесь к настоящим испытаниям. Это особый игровой режим для опытных игроков, желающих испытать свои навыки вождения и логистики в сложных условиях. Учтите, что вы можете столкнуться с неразрешенной ситуацией, требующей запуска игры сначала. В сложном режиме правила игры отличаются от привычных. За топливо и ремонт нужно платить, за доставку автомобиля нужно платить, за эвакуацию автомобиля нужно платить, за автоматическую разгрузку каждый нужно платить. Прицепы и полуприцепы продать нельзя, автомобили и оборудование продаются за половину цены. Если вы участвуете в состязании, количество попыток у вас ограничено. Постройки с необходимым грузом вам придется искать самостоятельно. Ну, такой будет новый режим. И вот. А мы сейчас какое-нибудь с вами выполним задание. Это река Урска, Амур, Российская Федерация. Итак, значит, у нас вот река Урска, Амур, Российская Федерация. Вот так вот выглядит первая карта. Много построек мостов. Вот здесь мосты, здесь мост, много завалов. Вот два перехода я нашел. Один на объект Северный Щит, а другой на космодром. Но помимо этого есть еще Чернокаменск. Значит, на этой карте у нас получается с вами... пять улучшений, ну не на этой карте, а всего 5 улучшений и наблюдательных вышек 16. 4 я открыл. Значит, первое улучшение, которое нашел, находится у нас вот здесь, в правом верхнем углу. Ну давайте взглянем, что это за улучшение, для какой машины, может какая-то новая. Так, что у нас здесь за улучшение? Ох, укатился. Значит, высокая подвеска для передвижения по сложной местности. И для кого это? Кхан 317 Sentinel. Ну, это, видимо, наверное, новая какая-то машина, которую мы, возможно, увидим на других картах, найдем ее. Итак. Ладно, это у нас остается. Эвакуируем его в гараж. Ну и выполним какое-нибудь одно задание. Вот я решил здесь завал на шоссе как бы расчистить. Ну, для того, чтобы, конечно, нормально проехать, нам нужно построить здесь мост. Ну так, вот в этом месте. А для того, чтобы построить мост, нам нужны металлические балки и запасные части. Для того, чтобы сделать на металлические балки, на этом складе у нас находятся только, у нас получается, металлические рулоны. Мы, понимаете сами, да, металлические рулоны везем на сталепрокатный завод, переделываем их в балки, ну и непосредственно везем к мосту. Запасные части также можно взять здесь. Вот. Так. Да, для того, чтобы расчистить завал на шоссе, я буду использовать Волод 74055, вроде, да? Да, это длинная база. Загрузил сюда две деревянных доски и одну запасную часть. Ну и поедем сейчас. Попробуем с вами. Как говорится, доехать. Здесь путь такой не очень легкий. Придется ехать. Ну, сейчас увидите все сами. Так. Ну, как лучше-то? Можно проехать, конечно, здесь. Можно спуститься здесь. Ну, давайте поедем по льду. Катаемся. Ох, ёшки-матрёшки. Бабах. Да. Тем, у кого есть коньки, им прям вообще самый раз. Даже не надо не заливать никакое озеро. Здесь уже все. Как говорится, замерзшие. Девай коньки и катайся в свое удовольствие. Дороги здесь, конечно, не очень-то легкие. Некоторые вообще проходимость очень сложная. Так, что-то я вот это... Так, а спуститься надо куда? Вот сюда. Сейчас мы с вами спустимся как-нибудь здесь.
Надеюсь, не перевернемся. Там кран забыл поставить. Ничего. Доберемся. Как обычно, у нас много камней, много снега и грязи. Есть места, где лед трещит и рушится, как это было на Кольском. Вот. Надо аккуратно там проехать. Можно бабахнуться двигателем. Ох, вот как. Вот как сейчас я это сделал. Так. Что? Я думаю, в любом случае двигателем бабахаться будем. Пока не построим все мосты. Так, вот здесь у нас как раз лед, который рушится. И мы сейчас постараемся с вами его преодолеть. Здесь нормально вроде. Так, там-то сейчас будет такой же переезд, как и предыдущий. Ну, только немножко попроще. Можно спокойно проехать. Так. Нам нужно с вами подняться вот здесь, да? Сюда. Да, вдоль гаража дорога не ахти. Даже мой любимый Волод, как говорится, и то ему сложновато здесь проехать. Но все равно он потихоньку, полегоньку он проезжает. В этом месте особенно. Так, нормально, грязюка такая. Хоть у нас и постоянный полный привод, и дифференциал включенный, но видите, ему здесь, как говорится, тяжко. Ну, подключим, конечно. Включим пониженную, может, не так сильно будет он крутить колеса, как говорится, и проедем потихоньку. Машину поставили на контейнер. Там что, сверху мигалка что ли такая? Или что это? Или это ведро какое-то? Нормально. Это ведро. Ну, такое ощущение, что мигалка. А может и мигалка, я не знаю даже. А не, наверное, ведро. Для такой маленькой, как это, машинки такой. Это слишком большая мигалка. А похоже так на мигалку. Это уже, наверное, разрабы просто прикалываются. Здесь, значит, находится у нас гараж. Рядом с ним магазин прицепов. Что у нас здесь такое? Кафе, лихой, подорожник. Нормально. Да, есть два таких переезда с плитами. Один здесь находится, а второй находится у нас вот здесь. Один здесь, другой здесь. Так что будьте аккуратны. А то можно и свалиться. Я пока карту открывал, застрял на скауте и не смог оттуда выбраться. Колесо провалилось под плиту. И пришлось только эвакуироваться. Ох! Вот это я аж мякнулся. Нормально. Здесь у нас электростанция. Заданий там вроде никаких нету. Ну, на этой территории, может быть, там с ней будет связанные. Заданий, да, заданий в общей сложности у нас здесь будет 102 задания. Это, наверное, все вместе с поручениями и с сюжетными поручениями, так скажем. Другие карты я пока не открывал. Здесь пришлось немножко помучиться. Да, если немного помучиться, что-нибудь получится.
как обычно, наши любимые камни. Да, дорога дальше будет немного узкая, надо быть осторожней. Здесь в этом месте вот она узкая. Бабах опять. Так что будьте аккуратны, проезжая в этом месте. Ох. Здесь надо Ой, это что, друзья? Здесь надо деревянный мостик. Да, пока катался карту, открывал, видел оленя в лесу. Ну, да, конечно, при приближении к нему он пропадает. Я думал, что это леса, когда первый раз увидел еще на Кольском. Не на Кольском, а на Висконсине. А может, и было там, была там и леса. На Кольском я видел медведя. Там где-то вдалеке белого. Ну, а здесь, может быть, правда, олень. Ну, олень-то в любом случае здесь был. Он так в деревьях стоял, приближаясь к нему, он пропал. Вот уже почти подъезжаем. Сейчас с вами берем завал, и у нас будет здесь проезд. Вот. Раз и два. Три. Так, деревянные доски. Раз, два. Ну и непосредственно запасные части. За снабжение я спокоен. И все благодаря тебе. Награда 540 опыта, 5700 денег. Отлично. Ну, такая получилась серия. Новой фазой, четвертой фазой. Вот, может быть, потом попозже еще несколько серий запишу, так, для интереса. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Тразитос. Увидимся в следующей серии. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока. Всем удачи и добра.